Привет, друзья! Мы постоянно куда-то торопимся, спешим, бежим. Лишь праздник Новый год нас на мгновение вновь возвращает в детство. Даже взрослый начинает верить в чудеса. Ну а дети до сих пор пишут письма Дедам Морозам. Здравствуй, Дедушка Мороз! Сегодня ребята из старшей группы мне сказали, что тебя нет. А я спросила, кто тогда рисует узоры на окне? А я знаю, это ты. Ты умеешь. Они мне очень-очень-очень нравятся. И некоторые из этих писем пришли к нам в редакцию. И чтобы воплотить их мечту, мы обратились к вам. Совместными усилиями нам удалось выполнить их желание. А как это было, смотрите. День. Как я буду пригласить учебника на праздник всех ребят? Если честно, наша команда не ожидала такого активного отклика людей. И буквально за два дня мы собрали нужную сумму. Отправились в магазин, закупили все необходимые подарки, чтобы никого не обделить. За все время сборов мы собрали 11 213 рублей. Огромное спасибо всем, кто принял участие. Друзья, верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся. Спасибо вам огромное. С Новым годом!